Через несколько месяцев после того, как в 2015 году генсек ЦК КПК Си Цзиньпин провел центральное рабочее совещание по оказанию помощи в развитии бедных районов, в 2016 году, следуя решению ЦК КПК об атаке на бедность с целью победы над ней, Китай шагнул в 13-ю пятилетку. В то время в Китае было 55 миллионов 750 тысяч бедных сельских жителей, которых нужно было вывести из-за черты бедности. В следующие 5 лет в рамках усилий по ликвидации нищеты и развитию было решено одну группу людей выводить из бедности посредством развития производства, вторую — через переселение, третью — с помощью охраны и восстановления окружающей среды, четвертую — посредством развития образования, а пятую — с помощью мер социальной поддержки. Из более чем 50 миллионов бедных, почти 10 миллионов на тот момент жили в местах, где земли не могли прокормить живущих на них людей. Для них переселение было единственным возможным способом победить бедность. За 5 лет были переселены почти 10 миллионов бедных жителей. Масштаб и сложность этого проекта беспрецедентные. Переселение нуждающихся и оказание им долгосрочной поддержки в новую эпоху – важнейшая составляющая борьбы с бедностью в Китае. Деревня Шава – типичная бедная деревня Нунцзян Лисусского автономного округа провинции Юнань. Из-за ограничений, накладываемых природными условиями, жители деревни были практически отрезаны от мира. Горная тропа протяженностью 6 километров с перепадом высот 2000 метров – единственная дорога, связывающая деревню с внешним миром. Житель этой деревни, По Ло, с большим трудом накопил деньги на холодильник. Когда он сломался, мужчина более 4 часов нес его на спине, чтобы отремонтировать. В 22 провинциях, охваченных борьбой с бедностью, большинство малоимущих, нуждающихся в переселении, живут в таких глухих скалистых горах в высокогорных районах. Здесь неблагоприятные условия для жизни, часто случаются стихийные бедствия, экологическая среда чувствительная и хрупка. Даже деревня Шава в глубине горы Нушань обладает прекрасными пейзажами, но наклонные поля тут доходят только до середины склона горы, а это единственная опора для жителей деревни. Его зовут Ли Сяоэр, он старший сын в семье. Дома, в которых обычно живут по несколько поколений одной семьи, необходимо каждый год основательно укреплять перед сезоном дождей. Сяоэру больше 40 лет, но женой он так и не обзавелся. И это совсем не потому, что он недостаточно трудолюбив. Все семейные сбережения мужчина уступил младшим братьям и сестрам, чтобы они могли учиться и создать свои семьи. Все эти годы Сяоэр ведет холостяцкую жизнь и заботится о престарелых родителях. Земли не могут прокормить живущих на ней людей. Когда это говорят о беднейших регионах, то имеют в виду не только отсутствие возможности зарабатывать. Этой зимой заболела 66-летняя мама Сяоэра. Ближайшая больница находится в уездном городе в 40 километрах отсюда. Чтобы туда добраться, нужно спуститься с горы. Каждый раз, когда такое случается, на помощь приходит вся деревня. Сельчане, сменяя друг друга, шаг за шагом спускают больного с горы. Горная дорога трудна. Сяоэр не разрешил своему пожилому отцу идти вместе с ним. Жить в горах вообще нелегко. Местным жителям требуется целый день, чтобы просто доставить саженцы для лесовосстановления из сельского комитета в деревню. Однако эту непростую ситуацию людям сложно изменить самостоятельно. В
2001 году государство начало поддерживать изыскание властей на местах области переселения в целях борьбы с бедностью. К 2015 году 6 миллионов 800 тысяч человек победили бедность благодаря переселению. Оставшиеся 10 миллионов – это малоимущие люди, которые много лет хотели переехать, но не смогли этого сделать. Вступив в 13-ю пятилетку, Китай реализовал переселение жителей в 22 провинциях по всей стране. Миграции такого масштаба в истории страны еще не было. Переселили 10 миллионов человек. Это эквивалентно населению небольшой страны. Переселение – способ. Сокращение бедности – цель. Переезд – первый шаг и первое испытание. Мы постарались с помощью видеокамер запечатлеть этот процесс и те изменения, которые он приносит в жизни людей. Деревня Шава – одна из тех, которые переселяли целиком. Дуань Лихуа, кадровый работник по борьбе с бедностью, более 40 раз проводил переселение и мобилизацию населения. Они говорили до поздней ночи, но Дуань Лихуа не слишком продвинулся в своей работе по подготовке к переселению. Ликвидация бедности – вопрос, требующий ответа. Переселение – выбор, перед которым многие люди в бедных районах не хотят оказаться. В Нунцзян-Лисусском автономном округе провинции Юнань в период 13-й пятилетки в рамках борьбы с бедностью были переселены более 100 тысяч человек. Более 80% переселенцев – представители малочисленных народностей Лису, Ну, Уми и Дулун. Для них покинуть места, где из поколения в поколение жили их предки, совсем непросто. Одним тяжело расставаться с родным краем, другие беспокоятся о будущем. В этот раз помочь решил глава рабочей группы по оказанию помощи малоимущим уезда Фугун Ли Тао. В работе по переселению в Нунцзян-Лисусском автономном округе трудности в убеждении населения – лишь одна из многочисленных проблем. Переселение более 100 тысяч человек предполагает строительство более 2,5 миллионов квадратных метров жилья на землях на вес золота близ реки Нунцзян, чтобы каждый переселенец смог переехать в новое жилье в установленные сроки. В 2018 году работы по переселению в этом автономном округе вышли на финишную прямую, в том числе в уезде Фугун, где расположена деревня Шава. Обоснование выбора места, финансирование, строительство, мобилизация населения и переселение – все это приходилось делать одновременно. Но в любой работе главной проверкой на прочность для кадровых работников была мобилизация народных масс. Проект близится к завершению. Дуань Лихуа, бывший заместитель секретаря парткома в области Пихэ уезда Фугун Нунцзян-Лисусского автономного округа, решил пригласить жителей деревни Шава посмотреть на их будущие дома. Хотя покидать родину нелегко, на лицах людей читается стремление к новой жизни. Один из присутствующих прямо на месте принял окончательное решение. Из 60 семей деревни Шава более 50 решили переехать.
отъезда Ли Сяоэр привез мать и других родственников в свой новый дом. Это их первый семейный ужин в новом доме. В рамках работ по переселению в Нудзян-Лисусском автономном округе десятки тысяч кадровых работников оказались на передовой. Столкнувшись с неприятием и непониманием нуждающихся людей, тысячи кадровиков сформировали группу для выработки точечных мер для каждой деревни, для каждой семьи. Был разработан план адресной мобилизации, чтобы постепенно рассеять опасения людей. Переселение – сложный комплексный проект. Каждый район, вовлеченный в этот процесс, сталкивается с различными проблемами. Одним не хватает дорог, другим – воды. Нехватка воды в уезде Гулан провинции Ганьсу – это не только причина переселения, но и проблема, которую было необходимо решить, чтобы этот процесс проходил успешно. Юй Дзян Цюэн и тогда возглавлял управление водного хозяйства ирригационного района Хуанхуатань, уезда Гулан провинции Ганьсу. Круглый год обеспечение водой 60 тысяч переселенцев в Хуанхуатане было первоочередной задачей Юй Дзян Цюэня. Сердце Юй Дзян Цюаня лишилось покоя в 2017 году, ключевом для выполнения задач по переселению в уезде Гулан, заложенных в 13-ю пятилетку. Но начинать рассказ нужно с борьбы с бедностью. Уезд Гулан расположен в горах Люпань. Здесь проживает более 140 тысяч бедняков, почти половина из которых сосредоточена в южных горных районах на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Тут нет условий для орошения, при этом площадь пахотных земель на душу населения огромна. Всей провинции Ганьсу не хватает воды, особенно уезду Гулан. Когда-то горный район на юге обладал определенным количеством водных ресурсов из-за относительно богатой растительности. Но за сотни лет из-за чрезмерной эксплуатации экологии региона был нанесен серьезный ущерб, и он превратился в бесплодные земли, где за 10 лет случалось по 9 засух. Единственным выходом для более чем 60 тысяч человек, долгое время живших в бедности, стал спуск с гор. Сунь Дэху, пожилой мужчина лет 60, уже пытался переехать. В 90-е годы его семья из 6 человек получила более 10 му земли близ уездного города. В те времена водосберегающие технологии орошения еще не получили распространения. Легко было получить землю, а обеспечить ее водой гораздо сложнее. Столкнувшись с трудностями, Сунь Дэху был вынужден вернуться в горы. После старта кампании по борьбе с бедностью 62 400 бедняков в южном горном районе уезда Гулан получили возможность переселиться при поддержке государства. Найти место, куда переселить так много людей, в то время было непростой задачей. В период 13-й пятилетки людей было много, а земли мало, ресурсов для переселения не хватало. Это проблема, с которой столкнулись в ходе работ по переселению по всей стране. Уезд Гулан в этом смысле не стал исключением. Район Хуанхуатань был выбран в качестве места для переселения десятков тысяч человек. Обоснованность этого решения была неоднократно доказана в ходе консультаций властей всех уровней. Чтобы переселить более 60 тысяч человек, нужно принимать во внимание возможности для промышленного развития. А это значит, что необходимо не менее 200 тысяч му земли. Во всем уезде Гулан только район Хуанхуатань отвечал этому требованию. Хотя раньше здесь была пустыня, проблему водных ресурсов можно было решить. Прикинув так и этак, решили, что Хуанхуатань – лучший вариант для переселения. Мы
На самом деле уезд Гулан входит в район орошения водами реки Хуанхэ. Но только что созданный в Хуанфатане район для переселения пока не имел права использовать эту воду. Администрация уезда решила подать заявку на получение прав. А проблему нехватки водных ресурсов решить с помощью экономии воды верховья реки. В 2015 году на участке от ирригационной насосной станции реки Хуанхэ в уезде Гулан до полей Хуанфатаня появились небольшие водохранилища и водопровод протяженностью более 160 километров. Когда появилась вода, сюда из горных районов переселили первую партию из 40 тысяч малоимущих. Хуанфатани, орошаемым водами Хуанхэ, теперь занимается тепличным растениеводством, разводят коров и овец. И это абсолютно новая жизнь. В тот год очередь на переселение еще не дошла до Сунь-Дэху. Жители трех беднейших волостей на юге горного района только готовились переезжать. Сунь-Дэху, однако, был уверен, благодаря политике борьбы с бедностью он рано или поздно спустится с гор. В 2016 году, в первый год 13-й пятилетки, уезд Гулан начал планировать переселение оставшихся 20 тысяч бедняков из горных районов и размещение вспомогательных производств. Владение правами на воду – ключ к решению проблемы водопользования в Хуанфатане. Чтобы подать заявку и утвердить ее, требуется время. Но переселение нуждающихся людей не могло ждать. Люди бережно расходовали 30 миллионов кубометров воды, сэкономленные выше по течению реки. Берегли каждую каплю воды. Тепличное растениеводство и животноводство также отличали высокую эффективность и водосбережение. Однако в то самое время, когда в Хуанфатане строили теплицы для переселенцев, полагаясь на сэкономленную воду вверх по течению реки, стала очевидна нехватка воды для производства. Тем временем в горах переселения ждали еще более 20 тысяч бедняков. Сотрудники Управления развития и реформ, которое курировало миграцию, Управление водного хозяйства, которое отвечало за водоснабжение, и всех профильных ведомств занервничали. Переселение – главный проект в рамках борьбы с бедностью. От воды зависит жизнь десятков тысяч переселенцев в Хуанхуатане. Власти провинции, городов и уездов объединили усилия и активизировали работу по подаче заявок в профильные ведомства на получение прав на воду и в срочном порядке организовали переброску воды в Хуанхуатань из разных районов. В 2018 году Сунь-Дэху наконец переехал в Хуанхуатань, о чем так давно мечтал. При поддержке местных властей он и его сын построили две теплицы. В 2019 году уезд Гулан выполнил задачу по переселению с целью сокращения бедности, поставленную перед ним в 13-ю пятилетку. Хуанхуатань переселили 62 400 человек. Совместными усилиями всех сторон Хуанхуатань получил право на 45 миллионов кубических метров воды, а ее дефицит остался в прошлом. Уезд Гулан победил бедность. Среди его жителей больше нет нуждающихся. Экологическая среда у северного подножия гор Цилянь-Шань на юге региона восстанавливается. На одном поле боя шли две битвы – борьба с бедностью и защита окружающей среды, которые завершились двойной победой. После 18-го съезда КПК переселение было включено в проект о пяти группах населения.
выдвинутое генсеком Си Цзиньпином требование обеспечить возможность бедных уехать, закрепиться на новом месте и разбогатеть, стало важным научным ориентиром. Это цель, которую он неоднократно подчеркивал во время посещения 14 районов сосредоточения крайней нужды, а также при других обстоятельствах. От нескольких проектов по переселению 20-летней давности до переселения в рамках борьбы с бедностью среди задач 13-й пятилетки, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин лично планировал, готовил и продвигал переселенческую работу, определив направление переселения в рамках борьбы с бедностью этого уникального китайского метода избавления от нищеты. Переселение в рамках борьбы с бедностью, возможность переезда – это первый шаг. Последних в Китае бедняков скрывали эти глухие горы, ущелья и пустыни. Для них переселение – волнующий и пугающий путь, в котором им требовалась поддержка со всех сторон. Мото в переводе с тибетского означает «цветок». Этот уезд последним в Китае обзавелся автодорогой. Долгое время несовершенство транспортной инфраструктуры было самым большим препятствием на пути избавления Мото от нищеты. Сопровождение сельских детей домой на зимние и летние каникулы – одна из важнейших и самых трудных задач для кадров низшего звена. На этот раз сопровождать детей в дороге домой, что в глубине каньона, будут кадровый работник 8-го отряда поддержки Тибета из провинции Гуандун Сикогао и его команда. У них была и другая задача. Совсем скоро здесь должно было начаться переселение в рамках борьбы с бедностью. Они решили воспользоваться этой возможностью и посетить самую удаленную деревню Дока для определения подготовительных работ. Государственная автодорога Джаму-Мото – единственный путь из уездного города в деревню Дока. Самая высокая точка – 4200 метров, самая низкая – 800 метров. Протяженность трассы всего 117 километров, но этого хватает, чтобы побывать во всех четырех приметных городах. Через 4 часа колонна прибыла в волость Дзяжеса. Чтобы попасть в деревню Дока, которая расположена в самой глубокой части ущелья, нужно еще пройти по горной тропе более 40 километров. Постоянно скатывающийся по склону камни не самое опасное испытание на этой дороге. Самое узкое место тропы вдоль утеса – 30 сантиметров. Дорога проходит над обрывом. Через 200 метров вниз по скале клокочет река Ярлык-Цангпо. По такому трудному и опасному пути с июля 2016 года за 3 года кадровый работник Секо Гао обошел 46 бедных деревень в 8 поселках и волостях уезда Мото. Эти 3 года, что они помогали Тибету, стали важнейшим периодом в борьбе с бедностью в уезде Мото. Когда построить дорогу невозможно, убедить людей покинуть горы – одна из главных задач этой бригады, а также то, о чем Секо Гао и его товарищи думали больше всего. В 2017 году уезд Мото включил 3 деревни, в том числе деревню Дока, в план переселения в период 13-й пятилетки. Для этого переселения требовалось 110 миллионов юаней. У местных властей не хватало 30 миллионов юаней. Секо Гао обратился в горком и администрацию родного города Фошань, где ему без лишних слов предоставили поддержку. Как и уезд Мото, другие бедные районы, жителей которых было решено переселить,
получили поддержку со стороны соответствующих провинций и всех слоев общества. В этом проявились преимущества социалистической системы с китайской спецификой. К полудню отряд прибыл в деревню Дока. Здесь проживала 31 семья, это 143 человека. Люди жили земледелием, большинству приходилось полагаться на госсубсидии для удовлетворения базовых жизненных потребностей. В случае болезни нужно было потратить 19 часов, чтобы из деревни добраться в ближайшую больницу. Чтобы переселить всю деревню Дока, Си Гуагао должен был помочь всем больше узнать о самой компании. Дорога в деревню Дока так трудна, что каждый раз, когда Си Гуагао приезжал, он стремился к максимальной эффективности подготовительных работ в условиях ограниченных возможностей и времени. Хотя за эти два года ему часто отказывали, но ни одна такая поездка не проходила безрезультатно. В тот раз согласилась переехать семья Гама Пинцо. 10 лет назад Гама Пинцо с железной печью весом 100 килограммов на плечах, выкупом за невесту, перебрался через горы и пришел в деревню Дока. Молодые люди, готовые покинуть горы, уже планируют жизнь на новом месте. Переселиться предстояло в Долунган, в 10 километрах отсюда. Там уже все было готово для встречи новых жителей. Март. Приближался сезон дождей. Медлить с переселением деревни Дока было нельзя. Если дорогу завалит, опасных последствий не избежать. Сего Гао должен был попасть в деревню Дока до начала сезона дождей, чтобы безопасно вывести всех из гор. Но сезон дождей начался раньше обычного. Осадки привели к оползням. Самая трудная и опасная дорога вдоль утеса Балун оказалась перекрыта. Смогут ли переселиться жители деревни Дока? Первый день был небольшой дождь, а затем ливень. Во второй день ливень продолжился. В третий день снова небольшой дождь. На четвертый день погода наконец прояснилась. Чтобы успешно провести переселение деревни, местная администрация немедленно организовала восстановительные работы на тропе вдоль обрыва Балун. Когда дорога была готова, Си Гуагао и остальные, не теряя ни секунды, снова отправились в деревню Дока. March 8. Солнечно. День переселения деревни Дока. 20 семей из 31 согласились переехать. Через несколько часов группа переселенцев вышла на дорогу вдоль утеса Балун. Недавно прочищенную тропу по-прежнему падали камни, обрушивалась горная порода, а потому идти по ней было очень опасно. Безопаснее всего, по общему мнению, было ждать удобного момента для перехода, одновременно расчищая тропу и время от времени пуская по ней людей. Вот.
За 4 часа с помощью кадровых работников и бригады строителей все 20 семей деревни благополучно миновали утес Балун. Вскоре сюда переехали оставшиеся 11 семей деревни Дока. Каждый переезд на заключительном этапе борьбы с бедностью – это путешествие в новую жизнь, трудную, но полную надежд и мечтаний. Пока жители деревни Дока прощались с бедностью, за тысячи километров отсюда, в волости Дарья, Пои, в пустыне Такламакан, также готовились к переселению. Курбанхан Матрози – первая студентка в Дарья, Пои. Из всех уроженцев волости она уехала дальше всех. Ее малую родину переселяют, и она хочет запечатлеть этот важный момент. Дарья Бои находится в центре пустыни, в 240 километрах от уезда Ютянь. Он был одним из самых труднодоступных населенных пунктов в Китае. В 1950-е годы многие о нем даже не знали. Жизнь тут была трудной и одинокой. Приезжие ощущали это сильнее и острее. Будучи секретарем парткома волости Дарья Бои 15 лет, Дзя Цзуньпэн испытал на себе все трудности изоляции от мира в пустыне. Тут не было ни мобильной связи, ни интернета. Чтобы выполнить ту или иную задачу, в других волостях хватило бы репродуктора. Дарья Бои, Дзя Цзуньпэну и другим кадровым работникам приходилось по несколько дней объезжать сельчан на мотоцикле, чтобы дело обрело хоть какие-то очертания. В октябре 2018 года первые 102 малообеспеченных домохозяйства переехали в новый жилой район. В сентябре 2019 года уезд Ютянь принял решение полностью переселить волость Дарья Бои. Переезда наконец дождалась вторая, заключительная партия переселенцев из волости. Выезд был намечен на утро. За день до этого в местной мастерской по ремонту мотоциклов не было отбоя от клиентов. Люди с нетерпением ждали, когда горькая колодезная вода, дома из веток и глины и одиночество жизни в пустыне наконец останутся в прошлом. Накануне переезда взволнованные, радостные люди долго не могли уснуть. Сентября 2019 года все жители волости Дарья Бои переселили. Нет ничего более желанного, чем новая жизнь, которая вот-вот начнется. Адам портул кабудма. Эмсе бизнес
他们特别感恩党的好政策。在沙漠生存，如果没有党的一地半天政策，我们怎么走出沙漠？有了一地半天，我们的梦实现了，我们的脱贫可以和全国同步入起脱贫。 7 часов трудного пути они приехали в свой новый дом, поселок Дарья-Бой. Рабочая бригада приготовила для переселенцев их первый обед на новом месте. Это вкус дома. В первый вечер после переезда старший брат Курбанхан Матрози, уехавший на заработки, по видеосвязи увидел новый дом его семьи. Вода больше не горькая. Люди, которых хочется видеть, рядом. Дом стал другим, вкус дома стал сильнее. Новый поселок Дарья-Бой находится в 90 километрах от уездного города. Тут есть чистая вода, электричество и ровные дороги. Трижды в день с автовокзала в уездный город Ютянь отправляются автобусы. Люди больше не отдаляются друг от друга из-за хрупкой экологии. В каждом дворе живет по 4 семьи. У каждой теперь есть не только безопасное и комфортное жилище, но и стандартный номер для размещения туристов. После более 100 лет ожиданий пастухи из глубин песочного моря наконец-то зажили современной жизнью. После переселения жители Дарья-Боя должны своими трудолюбивыми руками сделать новую жизнь счастливой. Переселение – важный способ борьбы с бедностью и начало всех перемен к лучшему. Заснеженное плато, пустыня Гоби или неприступные горы – переселение изменило судьбу бесчисленного количества людей, сделало их счастливыми. В ходе переселения в рамках борьбы с бедностью мысль о счастливой жизни своими руками постепенно укореняется в сердцах переселенцев. В беднейших районах такие перемены в образе мысли даются нелегко. Но это ключ к успеху в переселении. До переселения деревни Уау оставалось всего несколько месяцев. Се Цзе, кадровый работник лесного хозяйства провинции Сычуань, хотел, чтобы каждый владел как можно большим количеством навыков, прежде чем спуститься с гор. Переезд приближался. Еще один навык для жителей деревни означал еще один способ прокормить себя. Но людей, похоже, это не заинтересовало. Почти все они скоро разошлись. Реакция жителей деревни смутила Се Цзе. ，我给大家讲一讲，就说你们要让让给让孙子啊，让年轻人是不是？更好的学习，知道吧？都是原来佛堂红眼睛，是不是？你走上眼睛就上天，就是那么回事。来，今天这个技术人人必须过关，但是我不能停下来，我必须要做，我必须要干，也就像唐僧取经一样，是不是？我的手上能打动一个人，算一个人；能打动一片人，算我的成功。来，走着打野，走走走。 辛苦一时嘛，是不是？辛苦一会儿，幸福一辈子，是吧？乡亲们就说，几百年了，大家都是那么生活的，哈，我能理解大家。
你肯定要自我的一些种思想上的转变哈，让我自己跳出这个环境，过上更好的生活，就是每个人的本能，是不是？我们人人掌握，人人了解，是吧？但后续你这个字，如果像老乡一直秉持于当初的那种传统思维哈，那么是搬迁是实现不了的。Стремление к счастливой жизни – желание и врожденная особенность людей. Однако их долгое время сдерживали бессилие людей перед природой и бедность. Чем ближе переезд, тем быстрее нужно менять статус-кво. Вау в переводе с языка народности И означает отвесные скалы со всех сторон. Деревня Вау расположена на краю утеса. Это одна из самых бедных деревень Ляншань Ийского автономного округа. В деревне более 700 жителей. До 2018 года чистый доход на душу населения здесь составлял менее 1000 юаней в год. Бедность создавала непреодолимую пропасть между деревней Вау и внешним миром. Эта дорога, которая иногда принимает вид стальной лестницы, а иногда тропы вдоль утеса, является единственной дорогой, соединяющей деревню Вау с остальным миром. Она слишком крутая и опасна, людям трудно по ней ходить. С начала кампании по борьбе с бедностью больше всего по ней ходили кадровые работники. Их приход напоминал открывшуюся в сердцах жителей Вау дверь, которая слишком долго была заперта. Кадровый работник Си Цзе устраивал для местных жителей кинопоказы каждый раз, когда приходил в деревню. В этот раз он привез документальный фильм, рассказывающий о достижениях страны в экономическом строительстве и развитии. Си Цзе надеется, что даже если не все в фильме будет понятно зрителям, его просмотр хотя бы немного сократит расстояние между деревней Вау и внешним миром и пробудит в ее жителях стремление к переменам. Для таких кадровых работников, как Си Цзе, переселение начинается с устранения корней бедности в сердцах людей. Они хотят, чтобы каждый почувствовал мощь страны, хотят дать понять этим людям, что помимо образа жизни, передаваемого из поколения в поколение, есть еще много других возможностей для счастья за пределами гор. Си Цзе, который день за днем поднимался по этой лестнице в небо, лучше многих понимает глубокий смысл этих двух фраз. Помогая бедным, сначала помоги им обрести стремление. И помогая бедным, сначала помоги им обрести знания. В ноябре 2019 года 81 семью из деревни Вау переселили в Дзяо-Диншань, в 10 километрах от уезда Джао-Дзюэ. В домах у переселенцев есть все, от постельных принадлежностей до электричества. Но у кадровых работников, похоже, дел еще больше, чем в горах. Всему, что у нас вошло в привычку, кадровые работники должны обучить каждую семью переселенцев. 哦，你你说一次嘛，你说普通话就可以了，OK了。哦，他是西耶斯。Приспособиться к переменам непросто, но люди, которые вышли из бедных горных деревень, должны как можно скорее изменить образ мыслей и начать новую жизнь. Самый большой в уезде Джао-Дзюэ современный агропромышленный парк распахнул свои двери для переселенцев. Для них это хорошая возможность расширить кругозор.
呢，大家虚心的向老师学习哈，不要道理的话大家可以提问哈。这个现代园呢，就跟你传统的这个农业种地是两个概念了。你们看到这些管道上的瓜瓜都是真实的哦，不是假的哦，管道里头种出来的。来，老先生啊，萝卜，好看好看，对，真的啊，都像是些艺术品了，都不像菜了。这个我跟你说，农业多一点。那个我说，大家来看一下有水的植物。青菜，小碗可以，是不是？有那个炒着青菜肉，是不是？啊，это небольшое путешествие в современное сельское хозяйство раззадорило переселенцев. Переселение – это только первый шаг к переменам. Оно освободило людей от оков нищеты, которые связывали их по рукам и ногам. При поддержке местной администрации и кадровых работников жители деревни Вау меняют свой образ мыслей. Их жизнь тоже меняется. Кто-то нашел свою первую работу на ярмарке вакансий. Кто-то сделал первый шаг к обогащению. Сунь Адзя начал заниматься транспортными перевозками, а его жена продает вышивку ручной работы в интернете. Школа перестала быть недостижимой мечтой для детей-переселенцев. Помните этого мальчика, который ранее уже появлялся в фильме? Его зовут Ин Сюн. Сейчас он учится в 4 классе начальной школы уезда Джао Цзюэ. Кто-то уже шагнул в семейную жизнь. Горные дороги трудны. Из-за них эта девушка из деревни Вау не могла выйти замуж. После переезда она стала первой невестой нового района. К концу июня 2020 года Ляншан Ийский автономный округ выполнил поставленную задачу по переселению 353 200 человек в рамках борьбы с бедностью. Беднейшие деревни, включая деревню Вау, были переселены полностью. По данным Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к декабрю 2020 года более 9 миллионов 600 тысяч бедных людей, которых поставили на учет в период 13-й пятилетки, завершили переселение в целях сокращения масштабов нищеты. Было построено около 35 тысяч централизованных пунктов переселения, построено или расширено более 2 миллионов 660 тысяч домов для переселения, более 6100 начальных и средних школ, детских садов и более 12 тысяч больниц и центров медицинского обслуживания. Благодаря этому из-за черты бедности вышла 1/5 нуждающихся по всей стране. После переселения люди полностью избавлены от особого пространства бедности с суровыми условиями жизни, что прерывает передачу бедности из поколения в поколение. Переселение в рамках борьбы с бедностью не только меняет условия проживания и среду для бедных, но и дает им равные возможности для развития. Духовный мир людей претерпевает глубокие изменения. За переменами стоит торжественное обязательство построить среднезажиточное общество. Это непрерывная борьба и упорный труд миллионов специалистов по борьбе с бедностью. Это мужество и уверенность, которые проявляет каждая бедная семья, сталкиваясь с изменениями. Следуя в ногу со временем, такие понятия, как жизнь и счастье, наполняются новым содержанием.